Привет, я Никита Ефремов, и я плохо веду себя в интернете. Вы не о том подумали. Зачастую я даже не смотрю, где оставляю свои личные данные. Как будто вы так не делаете. Но у меня есть защитник. Он предупреждает об утечках данных, если кто-то захочет взять кредит на мое имя, и подскажет, как себя обезопасить. Как там ваши данные? Проверьте.